Камера 36. Сегодня 12 декабря 2018 года. Также по-прежнему в камере 4.6 нас проживает 9 человек. Это уже длится на протяжении полугода. Это видео предназначено для предоставления доказательств в Европейский суд по правам человека, что я отбывал наказание в Российской Федерации в условиях, приближенные к пыточным. Это просто сейчас нету осужденных в камере, потому что все на работе. Но когда приходят все с работы, они придут 5 часов вечера, то в камере не протолкнуться. Вот мое спальное место. Здесь я сплю. Длина этой кровати 1,76 м или 78 см при росте, что я имею 1,88 м. Вот это вот и есть суровая реальность российских тюрем. 21 век, 500 километров от Москвы. Вот умывальник. Это не умывальник, это скорее всего писсуар. Вот в таких условиях здесь приходится умываться, чистить зубы. Вот смотрите, вот это вот умывальная комната. Вот, тоже на все, это на 130 человек, тоже 500 километров от Москвы. Только что я вам показывал туалет. Вот этот умывальник. Я бы скорее всего назвал, что это просто писсюар. Вот как то было раньше. И они еще говорят, что там Россия, ой, великая, все нехает Украину. Ну вот она. Вот так вот здесь осужденные чистят зубы, умываются. Вот. Личная гигиена вот в таком состоянии. Ну смотрите. Рад приветствовать уважаемых зрителей и подписчиков на канале ГУЛАГУНЕТ. С вами я, Владимир Осечкин, основатель ГУЛАГУНЕТ. И сегодня у нас необычное видео, необычный эфир. Сегодня мы будем разговаривать и общаться с Николаем Оплесиным, который более 10 лет провел в мордовских колониях, в колонии номер 1 и номер 10. Являлся очевидцем, свидетелем и пострадавшим от незаконных действий сотрудников УФСИН по Республике Мордовия. Его жена Виорика более 7 лет писала и на ГУЛАГУНЕТ, и обращалась в прокуратуру, в УФСИН, в защиту прав своего мужа, с тем, чтобы спасти Николая, оградить его от незаконных действий, от давления. И вот сейчас мы планировали запись этого эфира еще неделю назад, но, к сожалению, вот после всех этих тяжелых травм, которые получил Николай во время отбытия наказания и срока лишения свободы в мордовских колониях, состояние здоровья его резко ухудшилось. К счастью, он смог вместе с женой выехать в Европу. Буквально вчера Николая прооперировали в госпитале в Париже. И сейчас вот мы с Николаем пообщаемся и поговорим, и все-таки выполним то, что мы проговаривали еще неделю назад, поговорить и рассказать обществу о том, что известно Николаю, о том, что происходило в мордовских колониях с ним и с другими заключенными. Добрый вечер, Николай. От лица, сразу скажу, что от лица всей нашей команды всяческие слова поддержки вам, пожалуйста, поправляйтесь скорее,
Мы не будем оглашать медицинский диагноз и подробности этого в эфире, но я знаю, что вы перенесли очень серьезную операцию. У вас удален один из жизненно важных органов. Я знаю, что вы очень серьезно пострадали вообще в Мордовии. Поэтому вот приветствую вас и примите слова сочувствия, сопереживания и поддержки от меня и от нашей команды «ГУЛАГу.нет». И я думаю, что, конечно, от зрителей, от подписчиков, которые свои добрые пожелания вам, скорейшего выздоровления, напишут в комментариях ниже. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Владимир. Даете вы разрешение на видеосъемку нашей с вами беседы и последующей публикации на «ГУЛАГу.нет»? Да, конечно. Я хочу оговориться, да, чтобы это не выглядело как, что Осечкин дозванивается человеку, находящемуся прикованному к больничной кровати. Правильно я понимаю, что это ваша инициатива, вот сейчас, после того, как с вами все это произошло, рассказать подробно и открыто на сайте «ГУЛАГу.нет» о происходящем в Мордовии, с тем, чтобы были проведены проверки, наказаны виновные, и чтобы помочь тем заключенным, которые сейчас до сих пор остаются там и подвергаются нарушениям. Спасибо, Владимир. Я искренне благодарен вашему сайту. Это только благодаря ему еще как-то можно противостоять этой бесчеловечной, уничтожающей людские судьбы преступной мафии, которая царит в этой республике Мордовия. Это всего каких-то 500 километров от Москвы, казалось бы. Но там происходят... Я просто не знаю, почему мало как-то это все афишируется, потому что там настолько все куплено, настолько все завязано, настолько все погрязло в этой коррупции, что это... Они чемпионы мира в этом вопросе и впереди планеты всей. Там прокурор крышует прокурора, ФСБ крышует любого начальника. Устиновские работники, это вообще, ну, они считают себя какими-то там офицерами вроде или как-то там, я не знаю. Но на самом деле это далеко, они не соответствуют и малейшей степени этого человеческого понимания. Потому что если ты офицер, то у тебя должна быть честь, достоинство. А у них за честь считается, если ты издеваешься над заключенным, если ты относишься к нему как к скотине, и если ты его не считаешь вообще за человека, вот это у них считается за доблесть. И старшие руководители, они всячески стараются даже какие-то взыскания накладывать на тех, кто пытается проявлять какие-то маломальские человеческие качества по отношению, ну, к осужденным. Придет, допустим, какой-то сотрудник, день, два, три, все, он уже превращается в человека, он уже становится каким-то рексом. Рексом, он уже разговаривает по-другому, и уже у него во всех его повадках, поведениях, ну, он понимает, что перед ним не просто преступник, а это просто лагерная пыль, с которой можно вести себя, как бить ногами в живот, в лицо, ну, куда ему заблагорассудится. И никаких последствий от этого, конечно, такому сотруднику не будет. А вышестоящие сотрудники это еще только будут поощрять действия таких сотрудников, которые проявляют, ну, вот такое отношение к осужденным. Это первый момент. Ну, это мелочи. Это настолько, как говорится, что даже и вроде как это в порядке вещей. Оскорбления, маты, там все это, там это настолько все обыденно, что, как говорится, никто этому не удивляется. Другие моменты там происходят. Люди, которые маломальски пытаются
заявлять о своих каких-то человеческих правах, вот здесь уже администрация любого учреждения, ну, я вот конкретно говорю, я там просидел больше 10 лет, я именно сидел в ФКУ и К-10, это особый режим, а потом ФКУ и К-1, это копейка. Вот. Ну, это тоже особый режим. На этих лагерях они, ну, то есть тебя могут убить, тебя могут просто умертвить, тебя могут, ну, то есть людей ставят такие рамки, такие условия, что ты реально понимаешь, что, ну, если они захотят, они тебе переломают позвоночник, они тебе отобьют нижнюю часть позвоночника, что ты будешь там валяться там, в этом изоляторе полгода, там ползать на локтях. Вот. Это если только за то, что ты проявляешь малейшую какую-то стремление как-то там что-то взять, листок, бумагу и написать, попытаться жалобу, ну, на произвол администрации. Потому что рабский труд, ничего не платят. Зарплаты, если я вам покажу, там, ну, какие вот я там, квитки мне там давали, там, какие я там зарабатывал, там, 24 дня ходишь там на работу, шьешь там с утра до вечера, и тебе платят там 170 рублей, вот, там, 86 рублей, вот, с учетом того, что костюм стоит, допустим, который потом продается в магазине в этом, ну, роба вот эта, строительная роба. Он стоит там 3500, допустим, там 4000 рублей. УФСИН — это такая мафия. Она, мне кажется, кормит не только весь этот свой аппарат, а в этом, в первую очередь, заинтересованы вышестоящие вообще люди, которые голословно говорят нам о каких-то законах, соблюдении прав. Там, потому что это такой конвейер, такой поток рабсилы, что, ну, представляете, ты придешь на работу устраиваться, тебе в любом случае этот костюм тебя упарят его за 4000 рублей, а зэк его пошил, вот, он пошил там эти 100 костюмов, ему заплатят за них всего 50 рублей, а он их месяц нашивает, на 3000 костюмов нашивает. Представляете, какие деньги? Это миллионы долларов. Не зря Мустайкин, начальник управления, Леонид Викторович, генерал-майор. Один мне сотрудник там, ну, приватной беседе там говорил: да что ты там хочешь там качать? Ничего ты никогда не качнешь. Мустафа каждый, ну, Мустайкин имею в виду, каждый месяц отправляет миллиард рублей в Москву. Там сидит партия, ну, из тех депутатов, которые всячески лоббируют эти законы, ну, чтобы не было никакой прозрачности этой самой тухлой, самой преступной, самой коварной системы. Вот, потому что если, как говорится, дать какой-то доступ общественности, то кормушка, конечно, прекратится и не будет такого всемирного ихнего обогащения. Но... Николай, если позволите, я в двух словах дам ремарку, чтобы уважаемые подписчики и зрители понимали. Мы достаточно серьезно ознакомливались с обращениями Виорики, супруги Николая Оплеснина. Мы знаем немного про то уголовное дело, по которому Николай оказался в местах лишения свободы. И есть все основания полагать, что Николай Оплеснин оказался там незаслуженно и по оговору. Показания против него были даны под определенным давлением. И люди, которые оговорили Николая, позже даже в этом признались. Может быть, нам получится как-нибудь их записать по видео и показать по каналу, чтобы было понятно,
что Николай Опреснин на самом деле находился более 10 лет в мордовских колониях незаслуженно, это раз. И во-вторых, также важно понимать, что Николай гражданин Украины, страны, с которой, по крайней мере, последние, вот начиная с 2013-2014 года, у Российской Федерации очень напряженные конфликтные отношения в связи с аннексией Крыма. И, соответственно, Николай также, помимо того, что он был просто заключенным, помимо этого он еще был украинским заключенным. И ему очень тяжело приходилось в колонии. И в данном случае вот его жена Виорика, за что ей большое спасибо и все наши слова уважения, она на протяжении долгих лет на ГУЛАГу нет писала, обращалась ко мне лично. И мы вместе предпринимали разные обращения и юридические демарши с тем, чтобы хотя бы каким-то образом помочь и поддержать Николаю и тем заключенным, которые находились вместе с ним и в отношении которых сотрудники пытались либо превышали должностные полномочия с применением насилия. В настоящий момент Николай находится в относительной безопасности, еще раз подчеркну, во Франции, в Париже, в клинике. К счастью, врачи смогли провести сложнейшую операцию и спасли Николая. Вот, мы, к сожалению, вот несколько дней назад не смогли записать эфир в связи с этим ЧП, которое произошло с Николаем. Вот, но сейчас уже кризис здоровья миновал, Николай постепенно приходит в себя и уже может говорить. И вот первое, что он попросил сегодня, созвонившись со мной, это то, чтобы мы все-таки рассказали широкой аудитории о происходящем там. И вот я подчеркну, да, у нас сайт ГУЛАГу нет открыт. Сейчас на главной странице, вот сегодня, 28 мая 2021 года, Николай выложил соответствующий пост, опубликовал бесчеловечные условия в учреждениях УФСИН по Мордовии. Поэтому вы можете зайти и почитать то, что подготовил Николай, но лучше, чем 100 раз услышать, один раз увидеть то, о чем расскажет Николай. У меня несколько конкретных вопросов, Николай, а потом уже вы тогда от себя там дополните. Прямой вопрос хотел задать. Вот вы находились более 10 лет в местах лишения свободы УФСИН по республике Мордовия. Совершались ли в отношении вас какие-либо насильственные преступления, превышение должностных полномочий с применением насилия, истязания сотрудниками УФСИН, либо, возможно, какими-то их агентами-активистами? И если да, остались ли у вас какие-либо следы от этих пыток, травм на вашем теле? И вот если можете, расскажите вот последовательно, поэтапно, по годам, что с вами происходило там, в плане вот именно применения к вам насилия? Ну, Владимир, насилие там происходит ежечасно, ежедневно, постоянно. Там постоянно вызывают ВБ, отдел безопасности. Вот. Просто из-за того, что ну, просто бригадир скажет, бригадир Швейки скажет, допустим, ну, вот, допустим, там отсуженный там Иванов как-то там не проявлял особого желания к работе. Все, тебя вызывают туда, и тебя просто лупят резиновыми палками. Вот. Ну, это такая, знаете, как вроде... Это даже считается вроде, ну, как... И не особо прям таким уж нонсенсом, вроде как нонсенсом. Бьют каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И это в порядке вещей. Если ты показал немножко свою какую-то точку зрения, там, ну, на несогласие там, с начальником отряда или с каким-то завхозом, там, который... Вообще нету такой должности завхоз. В Мордовии это все процветает. Это осужденный такой же самый, как, допустим, был и я, но он пользуется доверием администрации, ну, прихвостник. Вот. Он тоже на
на таком положении, вроде как сотрудник. Вот, не дай бог, ты там как-то там с ним даже поругаешься. Это равносильно, что ты поругался с сотрудником. Тебя также вызовут за него, тебя изобьют. Завхозы у тебя, что ты там заработал эти копейки, завхозы к тебе придут и скажут: давай, Вася, там это, хочешь, чтобы все нормально у тебя было, давай сигареты, чай, АБ надо курить, операм надо курить, тортики, колбаски. То есть зэки, мало того, что они там, я всегда поражался этому, зэки осужденные, мало того, что они там работают, ну, рабы, реальные просто рабы, так они еще и кормят эту администрацию, представляете? Вот этот ларек, который там есть, да? Вот, ну, там есть там и колбаса, и торты, и пепси, там и сигареты, Винстоны завозят, там и кэмелы всякие разные. Каждую неделю с каждого отряда по коробке сигарет, по коробке колбасы, чай самый элитный. Все это несется в АБ. Все это несется операм. Ну, АБ – это отдел безопасности. Все это потом несется операм. Ну, это такие две самые службы, которые, как говорится, ну, держат зэков там, чтобы они боялись и чтобы они не открывали свои рты, а безропотно только работали. И тем более еще, чтобы их кормили. Вот. То, что завозятся какие-то продукты, там, что касаемо питания, оно и так-то мизер завозится. Вообще там, я не знаю, там, каких норм там все вот эти там, их нормативы там по питанию. Все это из этого же мяса там, кур, допустим, зашло там, сегодня куры, завтра там какая-то свининка там, ну, допустим, лагерь 1000 человек. Все это, опять же, изымается из котла. Вот. Во-первых, сами сотрудники, в первую очередь, очень хорошо кушают из этого всего. Вот. И потом делаются там вот эти котлеты, там всякие, там такие якобы наподобие котлет. Хотя котлетами их назвать никак нельзя, не вот такие вот там фрикадельки. Они не имеют права никакой, как говорится, там коммерческой деятельности вести. Из этих продуктов, которые, ну, вроде положены нам, начальник учреждения любой, это я прям могу прям говорить, ну, даже без воззрения совести, потому что я там сколько времени провел, я там был и на больнице был на 21-й, там, и все одни и те же истории. В лагерях есть нечего, потому что тот мизер, который завозится продуктов, все запускается на так называемую бюджетку. Бюджетка – это то, что опять пропускается через ларек. И осужденный должен, это же то, что ему положено, должен сам его еще себе покупать. О. Ну, это опять же таки, у кого есть деньги. О. Если нет денег, ешь тухлую капусту. Вот. Ну, как правило, завхозы там, кто там устраивает администрацию, блатные, так сказать, там этих, тоже их там, без них там никак администрация обходиться не может, потому что именно это тот костяк осужденных, которые, если администрация скажет фас, они всегда придут и забьют, ну, если надо, конечно, будет. Заведут тебя там или во дворик там прогулочный, посадят тебя в изолятор сначала для этого, потом якобы там под предлогом там выходи на прогулку, зайдут к тебе во дворик, хотя это же сотрудник им открывает дворик, а у них же нету ключей. Да, Николай, если можно, я сейчас несколько вопросов вам конкретных задам. Первый вопрос. Пожалуйста. Можете последовательно в хронологическом порядке описать, сколько раз вас в мордовских колониях подвергали избиениям, при каких обстоятельствах происходили подобные избиения, к
кто принимал участие в этом, как и когда. Вот начиная с первых случаев, какой это был год и при каких обстоятельствах. И далее расскажите, пожалуйста, вот именно конкретно вас, при каких обстоятельствах подвергали незаконным пыткам и избиениям. А потом я уже спрошу, что вам известно о подобных нарушениях и преступлениях в отношении других заключенных. Пожалуйста, задавайте, конечно, я отвечу. Да, тогда я повторю, да, Николай, вот можете вспомнить первый раз, при каких обстоятельствах, как вы попали вообще, как вы приехали в мордовские колонии, в Мордовию, как вас встретила Мордовия, и применялось ли вот в первые дни вашего нахождения в колонии какое-либо физическое насилие по отношению к вам? Это я запомнил на всю жизнь. Когда мы только спрыгнули с воронка, нас приняли на «будьте любезны», ну, привели в карантин. Встретил нас какой-то дедушка такой лет под 60, как потом выяснилось, это был замначальника по БИОР Четыркин. Не помню, как его там, Николай Иванович, по-моему. Такой высокий такой, двухметровый такой, к земле его уже гнуло такой. Вот. И на следующий день в карантине, что произошло, там был доклад. Ну, они пришли, там все, там вся администрация пришла там. Вот. И там парень был с Егорьевска. Вот. Он должен был докладывать, ну, представляться, там, гражданин, начальник, там, карантин, там, ну, сколько осужденных, там, дежурный по карантину, ну, в таком контексте. А он что-то разволновался или что, я не знаю, там. Вот. Ну и, короче, этот четвертый доклад, я не понял, кто докладывает. Ну, там завхоз карантина показывает на этого, с Егорьевска, Леха его было звать. Он, что ты, говорит, не докладываешь, а тот, ну, как-то что-то замерз, тот над ним так наклонился, берет его так вот кулаком, как дал ему так в нос. Ну, сверху. У него так кровь брызнула, так, ну, на всех нас там. Этот Алексей упал, а я говорю, а я там стоял недалеко, ну, на меня же тоже кровь полетела там, подбрызгивая. Я говорю, что вы себе позволяете? Мы сейчас, говорю, ну, типа, голодовку объявим. Он такой, даже не глядя на меня, говорит, кто это? Они там, ну, вот, Оплесин Николай, он говорит, срок. Они там, ну, там, 10-13 лет. Он говорит, убить нахуй. Прям вот, вот клянусь, прям вот так вот и было, представляете? И все, и, короче, я очнулся, на меня. Сейчас там еще даже работает этот сотрудник. Олег Олегович такой, он тоже убийца, убил там ни одного осужденного, там его переводили с лагеря в лагерь, он сейчас там начальник отряда там дорабатывает до пенсии на этой десятке. Он, короче, ну там, вылили на меня воду, кидает на меня станки там вот эти, ну там, несколько упаковок. И говорят, слышь ты, ну матом там, ну типа пидорас, если ты сейчас не вскроешься, мы тебя сами вскроем. Вот. И уже, короче, под молотки меня гнали в изолятор, там, там все бегом, вот этими киянками, молотками там, тебя лупят там, позвоночник мне там повредили. Мы там по 2 недели не могли, нас так били там этими киянками, ну, которые не приходят нам обстукивать там решки там, якобы там подпилили, мы там не подпилили там, ну, это все так, формальности. Вот они вот этими киянками, они за смену их ломали об нас по 40 штук, вот этих киянок. Ай. Я всегда удивлялся, да, это реальные садисты, они вот действительно испытывают от этого кайф. И вот у них такой был это, знаете, вот если он сломал с первого удара киянку тебе об спину, это вот считалось у них как это верх мастерства. Представляете, стоишь там на растяжке, они тебе вот так вот. Там отличался... Был такой Вася Старайкин, ушел на пенсию, прапорщик. Вот. Он там в Бога верил, там он там, я не знаю, там, что он там, это там.
Все, он там какой-то такой, там очень вроде верующий был. Ну, такой был начальник изолятора, у них там Мылкин. Но потом его почему-то нашли мертвым в Москве. Вот это он постоянно, вот эта смена, там самая страшная была, вот это Мылкин, Сарайкин и этот Жора там еще один такой. А, еще этот был, Вагапкин там. Кстати, сейчас вот этот Вагапкин Андрей Иванович, он сейчас начальник ОБ, всей ветки, полковник. Вот, садист конченной конфедерации, просто садист. Он действительно испытывает удовольствие, когда, ну вот, зэка там разматывает, как говорится, до поноса, понимаете, когда летит там все у него, когда он орет, когда он там визжит, он испытывает от этого, ну, действительно, как какое-то удовлетворение. Брат у него есть там, Андрей Иванович, сейчас опер, старший там управление. Ну, там целые кланы там садистов. Они там все вырожденцы. Вот я вам серьезно говорю, они все вырожденцы. Они настолько там в этом, ну, погрязли в этом, понимаете, как в человеконенавистничестве или как там, я не знаю, как это сформулировать, но у них это переросло в какую-то национальную идею. Чем ты больше будешь проявлять, ну, такого, понимаете, не человеческого отношения к зэку, тем больше тебя, ну, как говорится, тебя воспринимают как за хорошего работника. Когда мы приехали на Путину в 2007 году, что мне забросилось, ну, что мне бросилось в глаза в первую очередь, нас привезли в ФКУ ИК-18. Ну, мы там... Там недалеко от станции Потьма, там и там раз, там мы там пришли там на трассу. Там. Маленькие мальчики, там дети. Мы просто вот идем, идет этап. Они в нас кидали камни, понимаете, там. И они на нас, ну, с таким остервенением, понимаете, как. И никто им там не скажет, там, что ты делаешь, там, понимаете. Это подростки такие, лет 14, там, 13, там, понимаете. Вот они берут кирпичи и в нас швыряют кирпичи. То есть, когда вас выгрузили с вагонзака со Столыпина, приковали вас в струну всех одного за другим, по двое в этой струне, вы идете со всех сторон конвой, автоматы, собаки, и еще при этом какие-то там молодые местные жители, ребята, вас бросают камнями. Да, представляете, ну вот они там... Ну, оскорбляет, там, о, зэки, пидорасы, там, это все. И прям мне два камня в голову попало тоже. Вот один сюда попал куда-то мне, тут даже шрам есть. А вот даже вот сюда мне куда-то попал. Ну, не только мне, там всем, понимаете. Там и девушки идут. Ну, у нас просто тросы, там всех приковывают, там, сколько там, человек 50-60. У них это, представляете, они настолько, ну, прививают вот эту... Из поколения в поколение, ну это как это можно, я вообще не представляю. И вот они считают себя какими-то там борцами с преступностью. Они сами конченые преступники. Они каждый день совершают преступления. Они пользуются своим служебным положением. А в изоляторах что творится, Владимир? Что творится в изоляторах, в каких условиях там сейчас сидят люди. 21 век на дворе. Опять же, повторюсь, 500 километров от этой Москвы. Прокурор, допустим, какая-то раз там прокурорская проверка. Раз всех неугодных, кто может как-то там прорваться, может хоть как-то кто-то как-то там выразить свою точку зрения. Ну вот меня, допустим, постоянно устраняли. Постоянно, короче, в изолятор. Прокурор никогда не пойдет в изолятор, это однозначно. Вот. Он так пройдет где-то там, покажут ему там хорошие отряды. На промзону может зайти там еще куда-то. Но в изолятор, сколько я там просидел, ни разу ни один прокурор зашел вот именно в изолятор. Или там в ЕПКТ, вот, или в ШИЗО. Там. Ну, никто никогда не заходил, потому что, во-первых, там условия... Ну, я, допустим, чтобы вам было понятно, какие там условия.
условия. Ну, допустим, ну, на полу лежишь, допустим, на полу, представляете? А там же везде болото. Вот. Мне два раза гадюка залазила в штаны, представляете? Гадюка. Не уж, а гадюка. Представляете? Вот. Ну, просто я раз вот так, ну, сплю, раз слышу, там что-то, ну, залезло. Не, один раз уж, один раз гадюка залезла. Ну, такая маленькая такая, но все равно. Вот. Ну, лягушки там прыгают, ну, это, как говорится, все это. Ну, сырость, представляете, я там заболел туберкулезом. Там все болеют туберкулезом на этой десятке. Та же ситуация на этой копейке. Все это на болотах, все это щели, такие дыры. Окна не закрываются. Зимой, летом там температура минус, минус, минус. Люди сидят годами, там вот эти одиночки там. И вот я сейчас освобождался с одиночки. Она метр в ширину, 3 метра в длину. Вот. Унитаз. Никакой ни ширмы нету, ничего. Если ты камеру завесил, тебе сразу пишут нарушение. Потому что, ну, якобы там служба СВМ, ну, ты типа обзор там. А как мне, допустим, ну, я же как-никак стесняюсь, мне там надо, ну, по-большому в туалет сходить. А они, короче, говорят, ну, сами сотрудники, а наши жены вас все равно за людей не считают. Они, как говорится, там, чего вам там стесняться, они все равно вас за людей не считают. О. То есть это, знаете, настолько морально, психологически. Вот. Первое время, когда там я еще сидел на этой десятке, вот, в 19-м году меня оттуда вывезли на эту копейку, я там мало просидел. Я там просидел 1,5 года на этой копейке. Вот, а вывезли меня с этой десятки, потому что я там был неугодный этому Забайкину Сергею Ивановичу. Ну, до этого там был другой начальник, Кальгин Николай Васильевич, тоже там руки по локоть в крови, сколько там людей там убили. Я когда приехал туда, я думал, что это вообще какой-то инвалидный отряд. Все там на костылях, все там на этих, на креслах-качалках. Вот, в основном чеченцы. Ну, лица кавказской национальности. Там реально просто убивали. Вот. Но потом немножко так, вроде как-то, знаете, немножко так эту тенденцию там, в этом плане они снизили. Но если ты начинаешь заявлять о каких-то своих правах, вот, ну, там, по нарушениям, там, как-то там, какие-то нарушения, там, что эти липовые нарушения пишут, вот они кричат там, что там у них есть там видеорегистратор. Я, допустим, хотел уйти по УДО. Старался не нарушать, старался как-то что-то это, но там невозможно. Если ты не угоден какому-то завхозу, вот, он на тебя направит любого сотрудника, тот просто придет тупо на тебя, напишет рапорт. Что ты не поздоровался, что ты спал там где-то там в каком-то месте там неположенном, просто придут тебе наглым самым образом, перевернут постель, что ты якобы ее не заправил. Это настолько все обыденно, настолько все реально, хотя вроде как должны у них там быть видеорегистрация, они должны это все фиксировать. Все это липо, ничего там не фиксируется. А, не, ну когда они придут, они это все на регистратор, конечно, снимут. Ну, что постель там уже перевернута, что ты якобы ее не заправил там. Это самое-самое распространенное у них. Вот. А так, допустим, только раз там начинаешь там, ну, там на комиссию вызывают же, на комиссию. Ну, и начинаешь там говорить. Ну, гражданин начальник, ну, какое нарушение? Где видеорегистрация? Я такого, допустим, не делал. Любой начальник всегда скажет, я что, тебе должен зэковская морда верить? Я верю своему сотруднику. Как он мне докладывает, как он мне пишет в рапорте, так я и принимаю в отношении тебя решение. То есть, понимаете, настолько все, они заинтересованы, чтобы люди не уходили по УДО. Это для них очень-очень, потому что какие-то деньги маломальски выделяются на осужденного, а если не будут отпускать по УДО,
Да причем это даже не Мордовия. Это даже не Мордовия, это правительство, это на том уровне там все. Если бы, как говорится, оттуда бы не зашло бы, то и Мордовия бы это тухлое бы сдулось, если бы было бы распоряжение не препятствовать этим осужденным, кто уходит по УДО. А так, они отпускают только, ну, знаете, кого не отпускают? Завхозов, начальников, именно тех пособников администрации, которые, ну, как это были, знаете, при немцах, там, полицаи или кто там никакие. Вот, а обычный зэк, если ты, допустим, шьешь, ну, если ты работяга, у тебя вообще нету никаких шансов уйти. Если ты показал, что ты, ну, все же стараются, там, они же там, всегда там озвучивают, если будешь хорошо работать, там это, ну, а зэки по доброте своей душевной думают, ну, сейчас я покажу, и, как говорится, это, ну, может, по УДО там, на год, на полтора, на два, все, нет, это вариантов нет. Только подойдет тебе УДО, однозначно появятся какие-то липовые нарушения. А это всегда суд Зубополяновский отложит на полгода, потом еще на полгода, а там уже еще на полгода, а там уже и все, уже срок то закончится, какой бы там у тебя не был. То есть представляете, насколько все так обставлено, что простому человеку, который, ну, как говорится, не сотрудничает с администрацией, шансов уходить там вообще не вариант. Это первый момент. Я, допустим, хотел бы больше всего осветить тему, потому что я сейчас освобождался с ФКУ и К1 именно с одиночки. Вот, я там пробыл полгода в одиночной камере. Вот там люди сидят по 3 года, по 8 лет сидят в одиночных камерах, представляете? По 8 лет. И то есть это никого даже не то, что не интересует, а никого даже не волнует, что... Как-то человек может находиться полгода в одиночной камере. Это только решение прокурора, тому, как говорится, прокурор там дает тебе там, ну, на это разрешение. А люди сидят, я же говорю, по 3 года, по 8 лет, то есть 4, 5, 6, это вот именно в одной камере. Они просто делают, пишут постановление, что переведем в ЕПКТ. А на самом деле никуда никто никого не переводит. Вот как он сидит, и так он там это, зачах, и все, и, короче, вывезли в Ижевск, на Тубзону, умер. Вот, с Мордовии везут всех на Ижевск, я тоже там был на Ижевске, Тубзона, ФКУ и К4. Вот, и вот именно, когда я заболел туберкулезом там, ФКУ и К10, я просидел в СУСе там 6 лет. Ну, это СУ, строгие условия содержания. Вот. За вот эти годы, которые я там провел, вообще ровным счетом ничего не изменилось в плане быта. В этих камерах там 8 квадратных метров, там по 10 человек, представляете, какой там рассадник туберкулеза. А эти же люди потом освобождаются. Как-никак, ну хотя бы на месяц, хотя бы на 2, хотя бы на 3, но все равно он приходит в общество. Представляете, сколько... Только этот человек может заразить вокруг себя тоже людей. Потому что никому нет вообще до этого дела. Какие там метры, кубометры, там никто там никогда, там ни один прокурор, я сколько там просидел 6 лет в этом СУСе, ни один прокурор никогда туда не зашел, никогда не посмотрел, каких условиях содержания там, ну, находятся осужденные. Не говоря уже об этом питании, тухлом, потому что зэк будет работать за миску тухлой вонючей капусты. Это благо, что у меня еще как-то жена тут во Франции, она мне помогала. Она меня, за меня там постоянно беспокоилась. Звонить я не мог по обычному телефону. Ну, там же есть, стоят эти автоматы. Вот. Я как гражданин Украины, то есть любые осужденные, которые из-за рубежа, ну, будь то там таджики, там узбеки, там, я не знаю. Но
звонить за границу не могут. Ну, прям тебе прям начальник и говорит, а что ты, а вдруг ты там будешь жаловаться, рассказывать там, что ты там будешь рассказывать? Да ничего я не буду рассказывать, я ничего не буду жаловаться. Нет, звонить я не мог. Хотя, как, ну, вроде по каким-то там общепринятым правилам, нормам, я вроде как, ну, мог звонить. Нет распоряжения там какого-то ФСБ, ну, там какого-то начальника. И все, и, короче, звонить не мог. Вот приходилось там покупать эти телефоны, которые те же сами сотрудники там носили пачками-пачками. Бизнес они там делают на этом нормальный. Сейчас, правда, там что-то у них там сдулась эта тема. Вот. А на этом раньше они там очень хорошие деньги, конечно, поднимали. Но больше недели там телефон у тебя ни в коем случае не продержится. Хотя он и стоит там минимум 15 тысяч рублей. Но за все это время у меня их там забрали там больше 40 штук этих телефонов. Ну, беспредел там, Владимир. Беспредел там в плане законности настолько много, что меня всегда поражало, вроде как это, вроде прям недалеко, 500 километров от Москвы. Вот. Так, а там еще, поймаете, они доходят до того, что, ну, моя жена тут же, ну, отсюда из Франции, там столько раз там звонила, там, в УФСИН, там, прокуратуру, там, туда, там, в те, там, организации, там, в ОНК. Ну, сколько раз там, я не знаю, откуда не знали телефон моей жены, звонили там, угрожали там, если ты там не перестанешь. У меня даже сохранились записи этих разговоров, ну, у жены сохранились. Вот, слышь ты, там, ну, там, оскорбляли ее там всячески, там, вот, если ты там не перестанешь там создавать проблемы там для администрации, вот, и они меня там изнасилуют, они меня там, ну, что только они там со мной не сделают, и убьют, и меня расчленят, и ее там, короче, внуков там, представляете, какая это мафия. Вот, ну, это звонки поступали от каких-то, ну, это какие-то осужденные. Вот, просто видно, администрация, конечно, сама не будет это делать, звонить там. Но в любом случае, приспешников, у них рычагов давления на человека достаточно. Вот. Меня они как-то так, ну, били, конечно. У меня там больше 150 этих изоляторов. Сколько я там провел этих изоляторов, ну да, 156 или 100, или 153 у меня там этих изоляторов, я там уже, честно говоря, не помню. Но, ну, за все вот эти годы там, ну вот и последняя вот эта одиночная камера у меня. Все это из-за того, что я пытался как-то противостоять, из-за того, что я там какой-то там неуменяемый там или какой-то там я просто всегда видел вот этот ихний беспредел, как они себя ведут, что они от нас требовали взамен, вообще не давая ничего, вообще даже самую-самую малость того, из чего, ну, хотя бы положено, хотя бы даже то элементарное питание, которое настолько там скудное, ну, просто, я не знаю, есть там людям просто нечего, есть нечего, потому что вот это там капуста, вот. Ну и там еще летом, там, когда начинается, там немножко там огород, там что-то там, ну, как говорится, получится, там что-то украсть, там какой-то ботвы, там, вот там, что-то какую-то там, крапиву, вот здесь, ну, как говорится, сезон, ну, весна только начинается, вот это зэки только выживают, только потому что, ну, какие-то витамины, это только вот крапива, там, знаете, там, ну, там, что-то нарвать, это крапивы там, принести там в камеру, вот, камеры там ужасные, там по 10 квадратных метров, тоже там по 10 человек. А, кстати, у вас есть же это видео, да, этих камер? Да, вот. Мы его после вот этого интервью, я думаю, что смонтируем и тоже покажем то, что вы сняли в
какой это камере было видео снято и в каком учреждении, сами скажите, пожалуйста, зрителям. Это видео было снято именно про камеру, где я показывал, да, камера 4.6, это ФКУ и К-10, где на сегодняшний день хозяин Забайкин Сергей Иванович. Вот, его заместитель Пайбиор Гнутов Александр Владимирович. Вот. Они меня хорошо знают. Они меня очень хорошо знают. Что Забайкин, что Гнутов. Они, я представляю, как они, ну, как их, честно говоря, жаба душит, что не умертвили они меня там. Как они этого хотели все время. Можете, Николай, показать шрамы на руках, чтобы зрители видели, что с вами там делали и что приходилось делать, чтобы выжить? Вот видите, тут какой у меня вот. Это вот они меня там, только когда я приехал туда, буквально там где-то через год, вот они меня там убили до такой степени, что, ну, думали, что я уже не выживу. Вот, и взяли, меня просто вскрыли. Вот, ну, мне, честно говоря, повезло, меня там потом на одеяле вынесли там санчасть. Вот, это просто было, если бы там был бы этот человек, ну, в тот момент на службе, он просто был выходной, он бы не дал бы на это добро. Был такой там Башков, Биор. Вот, если бы был бы Башков в тот момент, ну, воскресенье, вот когда у меня вот это, ну, когда вот они меня вскрыли, это сделали сотрудники, это не я сделал. Вот, у меня спичка туда влазила потом. Ну, глубина рана такая была, у меня руку так скрутила, полгода у меня рука была сухая. Если бы был, мне просто повезло то, что воскресенье был, ну, он был выходной, вот этот Башков. Александр, как его там, не помню, сейчас он начальник где-то там в Ульяновске. Вот, если бы он был бы там, то мне бы, конечно, там просто был один прапорщик, ну, дай бог ему здоровья, такой нормальный, Петрович, я помню. Как он говорит, я, говорит, не хочу, мне осталось там до пенсии, там, 2 месяца. Я, говорит, не хочу, типа того, что там, ну, типа как там, смерть там, чтобы была там на его смене там или что. Ну, вот это он настоял, чтобы меня там выгнал. Короче, пришла санчасть. Вот, они меня там забрали, и, короче, лежал я там трое суток в этой санчасти. И опять же потом выкинули меня в этот изолятор. То есть правильно я понимаю, Николай, правильно я понимаю, что если бы не этот прапорщик, то позиция Биора была бы, чтобы вы там умерли от потери крови? Конечно. А расскажите, как происходило, кто вас, когда это было, в каком году, в каком это учреждении, и кто вас бил, и как вас вскрыли, если вы помните это? Честно говоря, кто меня вскрыл, я не помню, потому что я уже был без сознания. Вот. Ну, била, короче, вся смена. Я очнулся уже в изоляторе, ну, то есть не в изоляторе, в этом санчасти. Ну, очнулся вот именно уже с этим порезом, у меня было там уже перебинтовано. Я, честно говоря, даже не помню там, ну, кто меня там, я не видел. Я просто видел сначала ноги мелькают. Вот, а кто конкретно там взял там эту мойку там или что там это, ну, там это порядки вещей. То есть правильно я понимаю, что сам... это в каком учреждении было, Николай? Потому что это очень важно, и я хочу, чтобы вы рассказали, пожалуйста. Это было ФКУ и К-10. Вот куда я прибыл изначально отбывать наказание. Это да? Колония особого режима, ИК-10. Да, чтобы зрители ФКУ просто понимали. И при каких обстоятельствах, это в каком году вот это избиение происходило, можете вспомнить? Ну, туда я прибыл в 2007 году, в сентябре месяце. А это было в 2008 году, перед тем, как меня перевести в СУЗ. На строгие условия содержания. Это было, сейчас точно даже скажу, в декабре месяце. Вот. Потому что я объявил голодовку. Ну, я был на голодовке. И меня, короче, меня заставляли, чтобы я, короче, отказался, снялся с якоря. Вот, потому как там
Новый год, там, ты там, короче, какой-то показатель им там порчу, там что-то такое, там, понимаете. Вот. Я, а в связи с чем вы объявляли голодовку, Николай? Ну, мы тогда все объявляли там голодовку. Ну, кто поспрыгивал, кто там остался. Осталось у нас там 4 человека, мы там держали голодовку. Остальные там, ну, как говорится, отказались от нее. Ну, а голодовка была от того, что, ну, били нас там каждый день, били. Вот, это потом покойный там заехал, царство ему небесное, такой амин. Вот, это был зять деда Хасана, вот, который, ну, был такой известный вор в законе, дед Хасан. Это его зять, амин. Вот он заехал. Вот тогда они первый раз увидели, это 2008 год, тогда первый раз эта Мордовия увидела, ну, самого такого серьезного арестанта, который, ну, как говорится, они его боялись. И он нас призвал, ну, типа, вы что, мужики, там, позволяете с собой обращаться как с животными? Они же, кроме как пидорасы там выбежали, забежали там, ну, больше не было никаких слов там. Вот. И вот, а за ним приехали там, за этим амином приехали адвокаты там. Ну, он такой состоятельный был там дядька. Вот, там, короче, приехали адвокаты там, постоянно там дежурили там. А перед этим никаких адвокатов туда вообще не могло приехать. Там вообще стоял шлагбаум на этой ветке. То есть, если, допустим, родственники едут на свидание, ну, допустим, ко мне, вот, а начальник или там Биор, или начальник ОБ, или там начальник участия, кому едут? Каплеснину. А, Каплеснину, допустим, да? Нет, он, короче, может не пустить. Вот. Ну, просто по распоряжению, по своему тупому, нет, по каким-то своим соображениям, короче, все. Вот там стояло, короче, шлагбаум у них такой, их там тоже дежурили там эти усиновцы. Вот. И вот когда на ветку въезжаешь, там КПП у них там. Вот. И вот там они звонят, там можно тому там ехать. Ну там Биор там или хозяин говорит, ну ладно, к этому можно ехать. Там это, допустим, там, ну, хороший, там, допустим, наш там, который не будет там создавать никаких проблем. А если ты там на каком-то плохом счету, ну, якобы там по их меркам, то все, к тебе уже никто не приедет. Прям возвращают тебя, ну, твоих родственников, и все, едьте дальше, как хотите. Вот, в таком плане, короче. И, да, и что произошло вот в декабре 2008 года, когда вы решили устроить акцию протеста против пыток и нарушения ваших законных прав? Ну да, вот мы там вроде как устроили так ее немножко. Ну какая? Мы же то понимаем, что особый режим, никто там с нами церемониться не будет. Тем более у них там какой беспредел царь-царит. Мы решили прибегнуть к самому цивилизованному методу протеста. Просто голодовкой. Ну, отказались от приема вот этой, ну, пищи. Вот. А для них это, понимаете, для них это уже как вызов. Понимаете, там сразу не докладывают там управление, там, понимаете, там все. Там у них вроде как ЧП это такого мирового там масштаба. Вот. Ну и все, короче, с управления дано было указание, короче, ну, устранить эту проблему. А каким образом они ее могут устранять? Только через битье. Вот. Ну, первый день нас там что-то побили так, второй день, вот, остался я один. Вот, из этих 4 остался, короче, я один. Вот, это было, помню, сейчас 16-го. Вы остались голодать, продолжили голодать. Да, да, я остался голодать, осталось, это было 22 или 24 декабря. Они мне, короче, говорят, блядь, не дай бог, короче, ну, продержится твоя голодовка с этого года до того года. Мы тебя, короче, там 100% выебем. Вот, это уже однозначно. Вот. Ну, прям, это реально, то есть я даже
Ну, я что-то мне, как, честно говоря, конечно, я в это, ну, не верил там до последнего. В принципе, такого, конечно, там в этом плане. Не, ну этого не происходило там. Они чисто просто тупо. И вот, и потом вот пришли они там пьяные всей сменой ночью. Открыли камеру. Вот, вывели меня там к себе туда, в эту, ну, в их дежурку, или как они там называются. Ну, там большая комната такая. И все, и, короче, снимай голодовку. Там, ну, там маты там. Я говорю, да не буду ее снимать. А там был управки такой. Управский — это сотрудник управления ФСИН. Да, 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 да. Блин, не помню, как его. Ну, короче, Управский, короче, вот это рулил ими там, вот этими десяточными, это он рулил вот этими. Ну, короче, говорит, тогда, говорит, даю вам. Он встал, помню, сигарету закурил, говорит, ну, я думаю, 15 минут хватит, чтобы переубедить его. И вышел. И все, и, короче, там, вот это все началось там. Я думал, все, похоронка, я думал, ну, уже реально там это. Во-первых, они пьяные все. Вот. Били меня так, что я думал, короче, все, разорвали мне. Сколько сотрудников вас било? Сколько сотрудников вас било, Николай? Сколько? Да сколько? Наверное, человек 10-12. Я помню только. Последнее, что я помню, что как-то ботинок сотрудника оказался у меня во рту. Я как-то по какой-то инерции, я, короче, прикусил, короче, ему там, прокусил ему там палец. Потом этот сотрудник мне потом все там приходил, потом еще это. Вот, типа, я его там, ну, хотел против меня там дело возбудить уголовное. Там, вот я тебя сейчас это там, типа, того там еще раскручу там. За то, что вы ему ботинок пропустили, укусили. За то, что он вас пинал по лицу ботинком. Да, да. Ну, как-то как-то случайно получилось, что как-то я садил за эту ногу. Может, уже я сам уже не понимал, что делал. Или как-то, ну, короче, во рту мне оказался ботинок. Я его как-то прокусил там. О, ну, реально ему там это, так что-то там укусил его за палец. О, а потом я уже ничего не помню. Потом я уже это очнулся там в этой санчасти. Вот, уже я, короче... Извините, это... они вас били руками, ногами, дубинками? Как это происходило? Сначала били просто дубинами. Ну, потом, когда я упал, вот пальцы мне сломали на руках тут. Вот кисть мне сломали, я не знаю, видно, не видно? Да, видно, что неровно, да. Вот мне вот, они меня даже плохо шевелятся. Ну, я там пытался как-то закрываться там. Вот они меня там сломали там... Пальцы, ну, кисть меня сломали там. А потом у нас, что мне? А, мошонку мне разорвали, там у меня было яйцо вот такое, там, короче, там месяца три, но у меня там не заживало, я не знаю, как там. Короче, у меня жидкость там скопилась, там потом на больницу меня вывозили там. Ну, правда, вывезли меня на больницу там. Была такая там Светлана Анатольевна, врач, все это. Ну, она как-то жалилась так надо мной, и это, вот она меня там, я ходил там, как этот, ну, как ведро у меня между ногами было там, представляете, такое. Ну, и вот после того, как вы потеряли сознание, они вас, вам вскрывали вену, чтобы имитировать суицид? Ну, да, да, я сам это не делал, потому что, ну, во-первых, там, знаете как, ну, если они там спичку находили, допустим, в этом изоляторе, спичку у тебя, они так тебя за эту спичку, блядь, били там этими киянками, а не дай бог они у тебя вы нашли там эту лезвие или еще что-нибудь, ну, это просто караул, представляете, это не вариант там вообще даже в мыслях иметь там, ну, какие-то такие там вот эти запрещенные предметы. Потому что это, ну, это реально можно попрощаться с жизнью там за такое. Ну, это вроде как у них считается там оружие там, это уже оружие нападения, что я могу напасть там на сотрудника, там, я не знаю, там чуть ли там не отрезать ему там голову.
санчасти. Вот у меня рука, правда, перебинтованная. Потом, когда повязку сняли, вот, вот это у меня вот вчера вот это осталось, он у меня. Сколько там сантиметров. Вот. Ну так рука у меня до сих пор так плохо двигается. То есть никакого усилия, допустим, я на эту руку не могу особо никакого там. Ну, я, допустим, не могу ведро воды даже поднять, потому что у меня пальцы разгибаются от этого, потому что, ну, не держит. Скажите, Николай, а помимо вот, вот этого случая избиения, были ли случаи, когда УФСИН, руководство УФСИН заводило отдел специального назначения УФСИН для каких-либо там тренировок на вас и так далее? Что-либо подобное было? Да, конечно. Когда в СУСе сидели, когда там это очень все регулярно происходило там. Ну, раза два в месяц постоянно заходит их не этот, как она там их называется, эта служба там. Ну, просто тупо всех бьют, там, выглядят, и эту гусиным шагом там, а то бегаешь там, ходишь там, упал, ну, пока мисс вроде идешь там этим гусиным шагом, руки за голову, ну, тебя бьют там этими дубинками, там, бегом, там, ну, там, на пробоечный дворик, сюда-назад, вот, если упал, то, конечно, будут тебя бить в любом случае, короче, до тех пор, пока мисты, я не знаю, там откуда только силы берутся, но в любом случае человек или из последних сил, или как, я не знаю, но как-то какие-то мобилизуются резервы, там похрен, хромой ты, кривой, там инвалид, там я не знаю, там. Когда заводят спецназ, это... Ну, мы называем их не спецназ, мы там, ну, все это, маски. Вот, мы, короче, ну, там все, ну, короче, пиздец, вам маски завтра заходят. Это уже понимаем, что ну, они приходят просто тренироваться. Вот, я не знаю, что они какие там, они там тактики отрабатывают, но это просто для того, чтобы, понимаете, в СУСе кто сидит, ну, в СУСе. Ну, СУС — это строгие условия содержания. Там, допустим, нас там человек там 100. Ну, допустим, 100 или там 80 человек. А когда эти маски заходят, они же через лагерь идут. Основная масса всех осужденных, которые там, ну, в открыто, они же видят, что если попадешь в СУЗ, вот, то постоянно там туда маски заходят, или там в изолятор маски заходят, или в ЕПКТ маски заходят. Вот. Значит, лучше как-никак... Здесь я буду открыто, там буду пырить, там работать, там, как говорится, раб, там это, но зато не буду попадать под эти маски, которые регулярно, раз в два месяца, постоянно заходят, ну, вот именно в такие места, вот, где я сидел. СУЗ, ОК, там, вот, ЕШКА. То есть правильно я понимаю, что бойцы вот этого отдела специального назначения УФСИН по Мордовии приезжали в колонию не для того, чтобы пресекать какие-то незаконные ваши действия, а для того, чтобы вас бить в качестве просто вот наказания вас за то, что вы в СУСе, такой кары, и за то, для того, чтобы запугивать основную массу заключенных, чтобы они боялись попасть в СУС и выполняли любую прихоть, любое распоряжение сотрудников колоний. Конечно, Владимир, конечно, ну это ж дураку понятно, конечно, так и есть. Скажите, это вот, их... Николай, за весь период, вот, который вы находились в учреждениях УФСИН по Мордовии, какой вред вашему здоровью в результате был причинен? Можете перечислить все травмы, увечья, что у вас вот, после всех этих пыток на вашем теле? Ой, Владимир, ну так, ну столько они меня там били, столько они об меня сломали этих киянок. Допустим, позвоночник у меня, я, допустим, по две недели там ползал по этой камере даже, ну они видят даже, они, ну там проверка, допустим, ну ладно там, эту хату вчера ободрили, они прям так говорят, эту хату вчера ободрили. Ну ладно, ну короче, что там, понятно, что как. Ну, бодрили, это типа, ну,
ну, вроде пришли там живой, живой кричит, а ты встать не можешь. Ты ползаешь по этой, по камере, просто ползаешь, потому что не можешь встать на ноги. Вот. Это, допустим, происходило со мной так разов пять. Потому что позвоночник, я думал, они меня там сломали позвоночник. Вот я тут, у меня реальные проблемы с этим позвоночником. Вот. Сколько, ну, руку у меня сломали, там, кисть ломали, пальцы ломали, ребра ломали. Вот у меня даже, могу показать, у меня торчат здесь, ну, просто мне поднимать сейчас. Тут у меня же швы. Вот, показать? Нет, нет, ну... Честно говоря, я вам верю, потом, когда вам будет полегче после операции, потом, если надо, мы с вами дополнительно еще запишем это. Вот. Туберкулезом я там заболел, тоже там такой тяжелой формы. А там они делают, куда, когда привозят туда ФКУ и К4 в Удмуртию, там вот есть, ну, первичники, есть распадники. И там, если ты, допустим, ну, а там же точковка уже за тобой идет, что, ну, ты, короче, там якобы зубы показываешь, там, неугодной администрации. Вот, они тебя прям берут, сажают в изолятор с распадниками. У него прям кровь идет с горла прям, вот так вот. А тебя, у него там миллионы выхлоп, а тебя просто раз к нему посадили. Вот, я тоже так сидел, 4-15, так, с такими тоже людьми, с такими осужденными, я думал... 4-15, вы имеете в виду 4 раза по 15 суток, правильно? Да, вот именно с распадниками. Вот, просто потому, что завхоз сказал там операм, этот там, ну, могила там зубы показывает там. Все, раз меня там, короче, к этим там, к распадникам кинули, хотя... У меня, допустим, ну, не та форма туберкулеза, у меня, допустим, легкая намного была форма туберкулеза, а открытая форма, ну, так, ну, открытая форма, там, каверная уже, ну, то есть он разговаривает, у него кровь со рта идет, понимаете, ну, то есть выхлоп у него же там миллион. Вот, они прям тебя просто берут, кидают тебя в эту камеру, где сидят распадники. Вот, я потом вызываю тебя и говорят, ну, что ты понял или не понял. Вот, ну, там... Кто понял, кто не понял. Ну, то там есть, еще вот так вот я могу... Николай, правильно ли я понимаю, что вас умышленно заразили туберкулезом, и администрация вас помещала в такие помещения, чтобы вы заболели туберкулезом? А там весь СУС так построен, Владимир. А вот этот лагерь, где я сидел, он там с какого-то там 50-х годов, по-моему, или там... Ну, там тоже конвейер такой был, умертвление. Вот, там военнопленные сидели, там этого еще кто сидел. Там подмешана соль в стены там. И там постоянно, короче, ну, этот, конденсат такой на стену. А камеры же переполнены там, допустим. Ну, камера маленькая, там 8 квадратных метров или 10 квадратных метров. А там сидит там 10 человек, там 12 человек не сидит, представляете? И вот постоянно вот это же там, постоянно там. Там вот так рукой... Провел по стене, рукой провел по стене, там все, она мокрая стена, у тебя там ладошка мокрая вся. Все, достаточно тебе, ну там полгода, ну смотря у кого какое здоровье. Но я просидел 1.5 года, когда заболел там, ну, тубиком вот первый раз. Вот, потом вот это в Ижевск уехал, вот там вот это пробыл там 1.5 года. Потом опять приехал сюда, она опять на 10-ку. Опять же, СУС меня закрыли там в этом. Николай, два коротких вопроса таких, потому что у меня уже батарейки на телефонах разряжаются. Мы обязательно еще продолжим там на днях разговаривать. Два коротких вопроса. Первый. Правильно ли я понимаю, что сначала вы первое время на стадии расследования сидели в московском СИЗО по территориальности? У вас следствие и суд были в Москве и находились вы... в следственном изоляторе номер 1 «Матросская тишина». Правильно? Да, да, Владимир, да. И второй вопрос. Вот вы, начиная там с 2008 года, находились в Мордовии, да? Ну, я для зрителей еще раз напомню, что Николай Оплеснин находился с 2007 года под стражей, с 2008 года в
колонии в Мордовии по 2021 год. То есть вы в этом году освободились. Вот за этот длительный период времени вы находились более 10 лет в учреждениях УФСИН по Мордовии. Посещали ли вас члены общественной наблюдательной комиссии, уполномоченные по правам человека по Республике Мордовия? И на ваш взгляд, являются ли ОНК Мордовии и уполномоченные по правам человека Мордовии эффективным методом и механизмом по предотвращению пыток? Или это является бутафорией, фикцией? Владимир, вы очень задали хороший вопрос. Я, честно говоря, ждал этот вопрос. Так даже как-то внутренне от вас. Там почему-то, ну, всегда осужденные как-то надеются, что приедет какая-то комиссия, приедут какие-то правозащитники, ОНК, общественно-наблюдательная комиссия. За весь тот период времени, который я там находился, вот ФКУ ИК-10, ФКУ ИК-1, вот я вам честно говорю, ни одна комиссия ОНК, которая там была, да, ну, они были, они проходили там как-то там что-то это там, но перед этим всех, ну, или на промке там, ну, все находятся или на промзоне, они там пройдут там где-то там по отрядам, там, где никого нет. Вот. Ну, сколько я находился в изоляторах, сколько я просидел в СУСе, сколько я просидел там в ШИЗО, и ПКТ в одиночной камере никогда никто туда не заходил. Вообще никогда. Вот именно с этих общественно-наблюдательных вот этих комиссий. Вот. Да если бы даже по ней зашли бы там, никто бы там никаких бы потом бы действий бы в любом случае не принял. Потому что все там под ФСБ, даже если бы там и были бы какие-то общественники в этой комиссии, ну, действительно, ну, как говорится, люди хотят что-то бы там изменить в этой системе, им бы вообще никто ничего не дал бы там, никакой возможности. И бы просто тупо бы там запугали бы, сказали бы там, сиди там на жопе ровно там, куда ты там нос суешь там, против кого там, за кого ты там пытаешься там что-то там, какие-то права там или там свободы там качать. Нет. Не более того, Владимир. Николай, тогда еще два вопроса коротких. С какого по какой год вы были трудоустроены на промзоне, в каком учреждении? И вот еще раз можете повторить, какая у вас, сколько вы работали по времени в течение месяца, сколько дней, сколько часов, и какую зарплату вам начисляло государство, вам начисляло вот учреждение? СУСа я вышел, когда я, ну, был на десятке ФКУ ИК-10, я вышел с СУСа в 2014 году. Вот, сразу, ну, буквально на второй день меня вывели на работу, на швейное производство. Вот. Там шьют все. Вот, там даже если, как говорится, у тебя руки не будет, все равно ты будешь шить. Вот. Ну, вопрос в другом. Кто, как говорится... Ну, все зависит от бригадира. Ну, там, допустим, на цех, ну, есть там, допустим, цех, там, 70 человек, да, дается всего там 5 минималов. Ну, допустим, там, 3000 рублей. Вот с этих там 70 человек там получит там вот эти там 3000 рублей, там, вот эти 5-6 человек. Остальных просто кинут. Ну, просто тупо там кинут и все, там, и... Ну, типа, подожди, там, в следующий месяц мы тебя закроем, там, подожди, там, в следующий месяц мы тебя закроем. Потом минималку подняли, там, стало 5000. Вот, и такая же тенденция, вот, что на десятке, что на копейке, да по всей ветке так. Вот, также на женских там колониях, двойка, там, 13-я, там, 14-я. Так можете, Николай, можете сказать, сколько месяцев вы работали и какая была заработная плата у вас? Сколько вам начисляли? Ну, работают там все.
Вот. Именно кто находится в открытой, если ты в открытой, то ты по-любому будешь, ну, по-любому ты будешь работать. Вот. А зарплата, что я же вам говорю, там зарплата какая-то. У меня даже здесь есть еще, я могу вам даже предоставить там, ну, вот эти именно квитки, которые не дают там. Угу. У меня зарплата там 87 рублей там за 24 дня там. Вот. Ну, там, к выдаче, там, допустим, там 36 рублей, они же там вычеты какие-то ведут там за питание, за свет, там, там, за все там это, понимаете. Вот. Ну, самое большее, по-моему, у меня была зарплата там на ларек, ну, в чистыми там на ларек что-то там 134 рубля. Вот. Это с учетом того, что ты, вот, короче, ну, пришел с 8, сел за эту машинку и, короче, пыришь там до самого съема. Вот, там у тебя нету времени там, ну, можешь там чифернуть там 2 минуты, там, и все, и опять ты там шьешь, как. То есть, по сути дела, при том, что вы 24 дня рабочих работали с 8 утра и вот до вечера, это сколько часов рабочий день у вас был? Ну, сначала было 2 смены работы. Вот. Это вот сейчас они прекратили эту тенденцию. Сейчас с 8 до 5 у них там почему-то, я не знаю, что-то они боятся стали там вроде как-то. Они очень недовольны этим почему-то. Видно, какая-то пришла им там директива там сверху, там из Москвы. Или мы об этом очень много писали. А как было, когда вы были 2 смены? Что это? Это два разных человека? Или это один человек 2 смены шил? Нет, но, то есть, был, ну, допустим, я мог остаться во вторую смену. Ну, вроде это как по желанию, там, ну старались всегда лучше даже, старались даже остаться, потому что, ну, вроде как-то, знаете, хоть какая-то возможность что-то, какую-то копейку заработать, хоть какую-то незначительную копейку. И сколько по времени вот вы работали вот с утра и до вечера? Сколько это часов рабочий день у вас был? Ну вот, с утра до 5, и вторая смена с 6 до 12, с 6 до часу. Вот. А, с 5 до часу. И вторая смена с 5 до часу. Вот. Ну, я не оставался, я просто выходил потом в ночную смену, вот именно с 5 до часу. Вот. А потом ее, правда, как-то вторую смену убрали, но они, вот эти милиционеры, там очень недовольны насчет этого. И вот, то есть вы работали, ну, условно, по 8-9 часов в день, 24 дня в месяц, и заработная плата, которая начислялась вам на лицевой счет, не превышала 150 рублей? Конечно. А сколько месяцев или сколько лет, сколько вы на промзоне работали? Ну вот, с 2014 года до 2021 года. Полгода я же в одиночку вот эти был последние. Ну так, ну, с 2014 года в марте я вышел из СУЦа. 12 марта я вышел из СУЦа в 2014 году. И до июля. Июля 29 до 29 июля 2020 года я вот работал в ФКУ и К1 на швейном производстве. ФКУ и К1 на швейном производстве. И ежемесячно, при том, что вы работали, по сути дела, рабочий месяц, вам начисляли вот такие вот маленькие, ну, как бы сумму. Не то, что меньше МРОТ, а которая больше, меньше минимального размера оплаты труда более чем в 10 раз, то есть там 150 рублей. Да об этом даже, какой там МРОТ, какой там, даже я даже не знаю, как это назвать. Там, представляете, там настолько идет подлог, фальсификация, что там же все, допустим, ну, никогда никакая администрация особо не заключала со мной договор трудовой. Вот, потому что любая комиссия какая-то приезжает там, они раз там спишут нас там, вот, все, мы сегодня на промку не идем. Вот, там ходит, допустим, там человек 20-30, там, ну, типа ЦТАО, там, центр трудовой адаптации осужденных. Вот, раз там 30 человек, допустим, пришли, они там якобы там мучатся, что-то шьют.
А мы основная масса сидим там в отрядах, там вроде ничего не делаем. Ну, это 2-3 дня. Раз комиссия уехала, все, всех выгнали на работу. Вот, потому что они же там ни с кем не заключают никаких трудовых договоров. Если трудовой договор со мной заключать, это же мне надо хоть какую-то минимальную зарплату труда платить, понимаете? Вот. А так это у них там на десятке, это у них называлось там центр трудовой адаптации. То есть правильно ли я понимаю, Николай, что по сути дела вот в ИК-1, да, с 2014 по 2020 год на протяжении более 5 лет вас, как и многих других заключенных, принуждали к де-факто, ну, такому рабскому труду, когда вам начисляли просто какие-то считанные мизерные копейки, хоть какие-то, да, а по сути дела как бы эксплуатировали вас без оплаты минимального размера оплаты труда на протяжении более 5 лет. Каких более 5 лет, Владимир? Я же вам говорю, с 2014 года, вот, это я вам говорю про десятку. Да. Вот, с 2014 года я работал по 2019 год, я работал на десятке. Потом меня вывезли на эту копейку. Ну, там, если ты неугодный, с копейки привозят на десятку, а с десятки, допустим, везут на копейку. Понимаете? Ну, то есть начальник, тот позвонили друг другу, там, Сатаев, Забайкину, слышит, Вася, давай там этого, короче, забери к себе на перевоспитание. Вот. Ну, вот меня таким макаром туда увезли. Вот. В 2019 году меня увезли на эту копейку. Вот. А там еще хуже, чем на этой десятке. Там они вообще бесправные. Там они, если бы вы видели, как они там работают, там тем более вот это тапки они шьют, там тапки. У них там норма вообще, не знаю, там... Ну, норма вообще не человеческая. Там надо тебе за смену пошить 400 тапок, тапочек. Ну, знаете, тапочки такие вот там в поездах там выдают, там, знаете, такие там... Ну, они красивые такие, беленькие. Вот. Зэку, короче, надо норма, чтобы в день ты по-любому нашил 400 тапочек вот этих. Вот. Я не знаю, там, ну, и делают, представляете, и делают, и больше делают. Вот. Я как пытался, я самое больше, у меня получалось там, ну, 270, там, что-то такое. Я не мог. Ну, там же надо строчку держать, надо же вести, там, понимаете, там, вот, это 270 пар, представляете, а у них норма только 400. То есть, правильно я понимаю, Николай, что огромное количество продукции, которая производится в учреждениях УФСИН Мордовии, она производится лево, по левому, без учета, без начисления нормальной заработной платы, и, по сути дела, это левый товар, который потом они сбагривают и продают. Не, нам они ничего не продают. Они просто насчет зэка, ну, за счет осужденных наживают себе возрастное состояние. Я об этом и говорю, покупают, да. Покупают себе портфели там в Госдумах, там, я не знаю, там, во всяких там силовых органах власти, во всех структурах, там, всех своих детей они там суют эти академии ФСБ. Вот. Ну, это такой там, это, вы не представляете, какой... Николай, и последний, да, извините, и последний вопрос, просто я просто боюсь, что у нас телефоны выключатся, разрядятся. По вашей информации, вот вы очень большой период времени провели в мордовских колониях, какое-либо отношение у ФСБ по Республике Мордовия и ФСБ России, по вашей информации, имеют к вот подобной системе нарушения прав человека в УФСИН по Мордовии? За каждым лагерем, их там 22 лагеря там, ну, на этой ветке, за каждым лагерем закреплен сотрудник ФСБ. Вот. В каждом лагере есть, ну, короче, хозяйский швей. Вот это в каждом лагере, это, как говорится, в каждом лагере есть там свои там, где ножи делают, там сабли, там эти, там все там это. Вот, а так есть швей. Ну, именно тот модельер, который обшивает там семью там хозяина, там Биора, там вот. И, как правило, там, я сколько раз туда заходил, допустим, раз там
Фейс, они вообще очень в этом заинтересованы. Они все свое обмундирование, ну, именно с иголочки, там, с хорошего материала, они шьют вот именно все вот здесь. Вот. Конечно, ну, какая, я не знаю, какая у них цель и задача там, но у этих сотрудников, честно говоря, я боюсь обсуждать их деятельность, потому что, мне кажется, они и сюда, в госпиталь могут сейчас спуститься на вертолете и меня тут окончательно умертвить. Это я так, Владимир. То есть правильно я понимаю, да, что вы, при том, что вы находитесь в Париже, в госпитале, вот после всего того, что вы прошли, вы до сих пор, ну, как бы сейчас реально как бы опасаетесь, что если вы начнете про ФСБ рассказывать, то вас могут, в принципе, и убить за эту конечно, правду. Конечно, я боюсь. Нет, это надо быть полным, как говорится, ну, кретином, чтобы обсуждать эту службу, потому как они же не зря говорят, что у них там холодная голова и чистые руки. Но мне кажется, у них все наоборот. Вот, если, допустим, они заинтересуются, то они же говорят, что руки у нас длинные, мы вас там везде доставим. Нет, честно говоря, Владимир, я, честно говоря, боюсь обсуждать эту тему, потому что я реально с ними сталкивался. Это очень опасные люди. Вот, и, ну, я боюсь с ними. Хорошо, тогда эту тему развивать не будем. Ну, по крайней мере, очень важно, что они вы... Они постоянно приезжают туда. Вот, они там, ну, как говорится, за каждым лагерем есть там фейс, который курирует этот лагерь там. Вот. Ну, я не знаю, какую задачу он выполняет. Там есть УСБ, там это дырявое, там их УСБ, отдел собственной безопасности. Это вообще такая служба, которая создана только для того, чтобы понять... Понимаете, создан для того, чтобы якобы делать там, что они борются с коррупцией. Вот мы там сотрудника там отрапортовали, что мы там сотрудника там приняли там с какими-то наркотиками, с какими-то телефонами. На самом деле это все они провоцируют, вот эти ОСБшники. Они берут на работу какого-нибудь неопытного стажера. Ну давай, Вася, смотри там что. Эти же опера ему показывают, как можно носить, как можно все проносить. Вот, и тут же опирая эти сливают его этим ОСБшникам, а те его потом на проходные принимают, этого гуська, с этими телефонами там или еще с чем-нибудь там, и все. Николай, у меня уже телефоны сейчас могут разрядиться. Я все-таки хотел просто закончить сегодня этот разговор, но мы его с вами в ближайшие дни продолжим. Я хочу вас поблагодарить за этот подробный рассказ. Обязательно мы продолжим, и надеюсь, вы станете себя лучше чувствовать, и в ближайшие дни уже мы с вами поговорим. Но я хочу сказать еще раз вот от всех нас, от зрителей и от подписчиков, самые добрые вам пожелания, чтобы вы скорее выздоровели, чтобы ваше здоровье по возможности поправилось. Спасибо вам большое за подробный такой откровенный разговор. Вот. И я думаю, что мы в ближайшее время обязательно продолжим рассказывать о нарушениях прав человека в учреждениях УФСИН по Республике Мордовия. И тех людей, которые обладают информацией об этом, я прошу вот в комментариях под этим видео тоже пишите, что вам известно. Если известна более подробная какая-то информация, обращайтесь к нам на gulagu.net с двумя т на конце собака@gmail.com на электронную почту, вот, или через интернет-приемную на сайте gulagu.net. И давайте по возможности все вместе обсуждать вот эти вот нарушения, разоблачать эти нарушения для того, чтобы в учреждениях УФСИН по Республике Мордовия прекратились пытки и бесчеловечное обращение, и коррупция прекратилась, и чтобы там люди вздохнули и вообще по возможности сохранили свою жизнь и не проходили через то, через что вот проходил Николай Опреснин. Николай, напоследок скажите что-то, пока мы не отключились, пока у меня не села батарейка окончательно. Я бы хотел бы сказать несколько слов именно тем родственникам, чьи жены, ой. Я бы хотел бы сказать несколько слов тем родственникам, чьи сыновья, дети там отбывают наказание. Уважаемые родственники, боритесь за ваших людей.
боритесь, не давайте этим оборотням безнаказанно себя так вести, и не давайте своих близких на произвол вот этим, так сказать, офицерам, которые себя считают таковыми. Надо бороться за своих людей, как боролась за меня, и я как мог боролся, как заборолась за меня моя Вероника, и я как боролся мог. И те люди, которые сидят там в СУСах, которые имеют свою точку зрения, свою какую-то позицию, вот. И вы не представляете, как им тяжело противостоять в этой системе. Еще раз, Николай, самые добрые вам пожелания. Спасибо, что согласились с нами сегодня поговорить. Я, конечно, пытался отговорить вас, чтобы мы это перенесли на потом, когда вы себя будете лучше чувствовать, но я все равно благодарен вам за то, что вы в себе нашли силы и мужество, и мы с вами сегодня поговорили. Я уверен, что ваша открытость, честность, смелость и вот этот искренний рассказ помогут начать менять ситуацию в учреждениях УФСИН по Республике Мордовия и помогут более 10 тысяч заключенных. Отдыхайте, пожалуйста, Николай, восстанавливайтесь. До новых встреч. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами еще поговорим. Самые добрые пожелания, Николай. Спасибо, Владимир. Спасибо вам также. Всего доброго. Доброй ночи. Спасибо. До свидания. Камера 4.6, 12 квадратных метров. В ней проживает на сегодняшний день 9 человек. В таких условиях я нахожусь, отбывая наказание уже 8 лет. Стой, Андрюха. Это видео предназначено для Европейского суда по правам человека, являющийся доказательством того, что мы здесь все находящиеся подвергаемся нечеловеческим условиям содержания. Все являются гражданами Российской Федерации, за исключением меня. Я гражданин Украины. Вынуждены мы вот так все вместе проживать в таких условиях. Да. Я лежу на месте, которое имеет длину 170 сантиметров при росте, который я имею, 187 сантиметров. То есть я на протяжении 5 лет не могу полноценно отдыхать, потому как не могу выпрямить ноги в полный рост. Телефон этот мне принес сотрудник администрации, начальник отряда Пивкин Олег Николаевич. Здесь многие сотрудники носят телефоны. Крышует это все замначальника по БИОР Гнутов Александр Владимирович. Его помощники, начальник безопасности Нецкин Владимир Игоревич, тоже в этой теме. Все они очень заинтересованы. Вот умывальник. Это не умывальник, это, скорее всего, писсуар. Вот в таких условиях здесь приходится умываться, чистить зубы. Вот смотрите, вот это вот умывальная комната. Вот, тоже на все, это на 130 человек, тоже 500 километров от Москвы. Только что я вам показывал туалет. Вот этот умывальник. Я бы, скорее всего, назвал, что это просто писсюар. Вот как это было раньше. Смотрите. И они еще говорят, что там Россия, ой, великая, все нехает Украину. Вот она. Вот так вот здесь осужденные чистят зубы, умываются. Вот, личная гигиена вот в таком состоянии. Ну, смотрите.